Эти люди спасли мир от фашизма. И потому День Победы над гитлеровской Германией прежде всего их праздник. Но это и наш день. Если бы он не пришел, не было бы у нас ни настоящего, ни будущего. 40-летие Великой Победы праздновала вся страна. Народ чествовал своих героев в каждом большом и малом городе, в каждой деревне, в дальневосточных рыбацких поселках и кавказских горных аулах. По давно установившейся традиции, 9 мая встречаются бывшие фронтовики. Время и годы не могут стереть в памяти ветеранов имена и лица боевых друзей, горечь утрат и радость побед. ...22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война советского народа, которая длилась 1418 дней. Гитлеровцы думали, что им за считанные недели удастся поставить нашу страну на колени. Но они просчитались. Советское государство, социалистический строй выдержали испытания на прочность в самом чудовищном катаклизме 20 века. Солдаты Великой Отечественной. По призыву коммунистической партии, по велению сердца, они оставили мирный труд и взяли в руки оружие. Они перенесли все. Шквальный огонь, яростные бомбардировки, холод, боль. Выдержали, выстояли и победили. Деревня Семежево, Белоруссия. Эта республика одной из первых приняла на себя удар гитлеровских полчищ. В годы войны погиб каждый четвертый белорус. Но фашисты так и не смогли сломить этот народ. Партизанским краем называли Белоруссию, на территории которой сражались более 370 тысяч партизан. Каждый день, каждый час войны был отмечен подвигами. Здесь, у подмосковного разъезда Дубосекова, в ноябре 41-го, 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова уничтожили в неравном бою 18 танков. И почти все погибли. Эта дивизия формировалась в Казахстане. Потому воздвигнуты памятники героям-панфиловцам не только под Москвой, но и в столице этой республики Алма-Ате. 9 мая сюда пришли бывшие солдаты, родственники и друзья погибших, дети и внуки тех, кто сражался в Великую Отечественную. Названия многих городов стали символами беспримерного мужества нашего народа. В этом ряду и город-герой Севастополь. Английский журналист Александр Верт писал: «Одной из загадок войны остается вопрос, почему в 41-42 годах, несмотря на подавляющее превосходство немцев, Севастополю удалось продержаться 250 дней». Два чувства неразделимы в наших сердцах. Радость Великой Победы и горечь невосполнимых утрат. И первые мысли в этот торжественный день о павших. Вечная память им и вечная наша признательность.
Четыре десятилетия назад мир увидел долгожданный облик победы глазами, еще не просохшими от слез. За нее было заплачено высокой ценой. 20 миллионов советских людей унесла Вторая мировая война. Красная площадь 45-го года. Долог и труден был путь солдата до Парада Победы. В жестокой схватке с фашизмом он не только отстоял свободу своей родины, но и принес освобождение народам Европы. Красная площадь 85-го года. Сердца миллионов людей, тех, у кого за плечами тяжелые дороги Великой Отечественной, и совсем молодых, бьются в едином порыве, потому что День Победы для нас — это не только наше прошлое, но и неиссякаемый источник нравственной силы для новых свершений. История учит, против военной катастрофы нужно бороться, пока она не началась. Вот почему нет сейчас задачи более важной, чем отстоять право человека на жизнь, обеспечить прочный мир без войн и оружия. В этом долг живущим перед миллионами павших за свободу, долг перед нынешним и грядущими поколениями. Каждый год миллионы советских детей отдыхают в пионерских и спортивных лагерях, в домах отдыха и санаториях. Среди многочисленных детских здравниц на Черноморском побережье есть в Евпатории особый клинический санаторий. Здесь отдыхают и восстанавливают здоровье дети, перенесшие тяжелые заболевания. Свете Третьяковой 9 лет. Эту девочку привезли сюда из далекого Казахстана, и вчера ей сделали очень сложную операцию. Теперь Света перестанет хромать, и ее правая ножка будет такой же, как и левая. Она пока еще не осознает в полной мере, чем обязана врачам. Может быть, девочка поймет это, когда ее впервые пригласят на танец. В санатории 16 отделений, где лечат от самых разных болезней. В распоряжении медиков не только последние достижения науки, но и те средства, которые щедро предоставляет здешняя природа. Богатый озоном воздух, теплое море, лечебные грязи, минеральные и радоновые источники. Здесь дети учатся ходить после сделанных им операций. Для многих из них это первые в жизни шаги.